Ребята, вот вы докопались до моих губ, и я их даже не это, не накрасила. Давайте возьмем хайлайтер. Какой у меня сегодня будет хайлайтер? Я думаю, самый такой жесткий. Нет, давайте Дольче Габбана. Да, я хочу Дольче Габбана сегодня. Но его надо на лицо. Ты сейчас вот руками возьмешь, и ты не поймешь, ты подумаешь, что это жесть какая-то. Его на лицо надо. Вот такой вот у меня хайлайтер Дольче Габбаны. Прикольно. Так, мне надо найти свою кисть. Покажись в прямом эфире, они хотят тебя увидеть. Иди ко мне. Ай, блядь, ты как будто в ботинках наступила на меня. Так, наносим под бровь. Он очень неестественный. Пользуешься ли ты косметикой Джеффри Стар? Да, у меня почти сейчас весь макияж будет выполнен в этой косметике. Уже почти выполнен. Так, берем кисточку для хайлайтера. Где она у меня? Что, украла мою кисть? Я? Да. Так. И вот сюда так наносим хайлайтер. Вот он, кстати, светится. А, кстати, вот сюда надо. Я из Эстонии. Так, и берем кисть. Где эта кисть? Я не знаю, где моя кисть. Значит, у меня не будет контура носа. Ребятки, я потеряла кисточку. Может, она там, где дохуя других кистей? Я только что посмотрела. Рост 170. Ладно, пофиг. Короче, у Дольче Габбана очень крутой хайлайтер. Типа у него есть такой вот чехольчик. Сейчас я засуну его. И я храню единственный хайлайтер, который я храню в коробочке. Мне его жалко просто. У вас так темно, у нас 4 дня уже. Блин, реально не понимаю, где моя кисть. Ну, давайте вот такое сделаю. Я потеряла теперь еще свой контур. Значит, это все вообще плохо с памятью. Блин, ты не видишь, куда я все запихнула? Что ты ищешь? Контур. Я вообще, у меня что-то с бочкой не все хорошо. Нет. Блять. Вот зато ты нашла мою пудру. Приколи. Это такую фаску, которая? Да. Вот. О, спасибо. Что, мы сразу поедем? Ну да.
Так, а теперь губы. Я не знаю, в какой цвет я хочу их. Ты можешь мне, пожалуйста, подать там Майкл Корс, которая сумка тебе понравилась, белая? Окей. Пожалуйста. Что за пудра? Макс Фактор. Очень хорошая пудра, 50-й номер. Очень вкусно пахнет, кстати. Ее можно наносить влажным способом. Спасибо тебе. Пожалуйста, тебе. Я уже жрать хочу. Я тоже, я подъела несколько макарошек из сковородки. Вечером посуду думаю. Я уберу их в мой дос. Ты будешь их есть еще? Думаешь, выкинуть? Ну, я просто не буду. Ты будешь? Не знаю. Я никогда не ем по второму разу еду. Ну, пусть лежат там лучше. А места-то нет. Хочешь, я нам из оставшегося хлебушка сделаю бутер с паштетом? Ну, сделай, но я что-то не хочу бутер с паштетом. Я очень хочу пиццу строчителла с трюфелем. Просто бомбовая. Может, мы валенок сегодня сходим покушать? Куда? Есть такое место, валенок, очень вкусное. Сделай себе. Не, я не хочу. Я больше хочу попить что-то. Попей пепси с манго. Очень вкусно. Я выпила уже стакан воды с лимоном, Липтон, Актимель, я не могу напиться. Как будто мы вчера с тобой бухали, а не смотрели фильм. Потому что мы такое соленого с тобой съели. Угу. Я хочу еще маслинку. Номер карандаша New Truffle называется. Поэтому пиццу с трюфелем захотела. А нет. Я не училась на визажиста. Это еще не все, вы что? Я не такие губы хочу. Я их сейчас намазюкаю. Вот такой вот, диоровской помадкой.
Это вам в камеру так кажется, что матовый лучше. На самом деле очень красивый цвет. Ужас, блядь, свой ужас в пизду себе засунь. Неестественно, вообще все равно. Так. Блин, как бы это показать-то теперь? Вот, очень красиво. Вот такой получился по итогу макияж. Сколько я его делала? 55 минут, потому что вы меня некоторые бесили. Тебе домовой засунет ночью. Хорошо. Короче, все. Я переодену сейчас свои вот эти, и мы выезжаем.